Друзья, приветствую! Вы на канале Invest Future, и сегодня у нас очень интересный инвест-баттл между двумя финтех-компаниями. Состязаться сегодня будут российский Тинькофф Банк и бразильский Нюбанк. Ну вот представим себе, что некий человек оказывается в ситуации выбора. Он хочет определиться, клиентом какого из этих банков ему стать, кому доверить свои деньги и где открыть депозит. И к выбору финансового учреждения человек подошел очень ответственно. Он решил изучить каждый банк от и до, чтобы потом не жалеть о своем выборе. Давайте мы с вами сравним обе компании по 7 параметрам и выясним, кто же из них более достойно обслуживать нашего воображаемого клиента, ну а заодно и занять место в наших портфелях. Перед началом сравнения давайте мы поближе познакомимся с нашими кандидатами и рассмотрим их историю. Друзья, сейчас мы с вами поговорим о рыночном положении наших двух анализируемых банков, но сначала я покажу вам кое-что интересное от партнеров нашего сегодняшнего выпуска. Время – деньги. Сейчас этот баланс как никогда актуален, поэтому мы просто не можем позволить себе работать на некачественной технике. Когда компьютер или ноутбук виснет, это не просто раздражает. Это заставляет терять время и упускать драгоценные возможности. Я очень внимательно подхожу к выбору техники, которой я пользуюсь и которая позволяет быстро решать задачи в довольно напряженном графике. И сегодня я работаю на ноутбуке Lenovo Yoga 7i, выпущенном в этом году. За свои деньги, а рекомендуемая цена в максимальной комплектации 95 тысяч рублей, это одна из топовых моделей. Батарея выдерживает до 18 часов видео благодаря процессорам Intel Core и сертификации Intel Evo. Кстати, экран – одна из главных фишек ноутбука. Можно заменить оперативную память или жесткий диск, а вот экран – совсем другая история. Стоит сразу выбирать качественную технику с лучшим дисплеем. К слову об экране этого ноутбука, он сделан из закаленного стекла, стойкого к повреждениям и царапинам. Прочное не только стекло, но и металлический корпус ноутбука. При этом устройство остается легким и удобным. Мне удобно писать заметки сразу на экране. Это делает работу с графическими файлами более быстрой и легкой. Я могу создавать текстовые наброски или даже делать рукописные заметки. Это тоже очень удобно. И делать это прямо на тачпаде. Кстати, цветопередача просто изумительная. При подготовке видео очень удобно отсматривать материалы. А еще можно переключаться и использовать ноутбук в режиме планшета. Его приятно брать с собой, чтобы работать в любом месте, где бы вы ни были. Хотите узнать больше, друзья? Переходите по ссылке в описании и узнавайте подробности про ноутбук Lenovo Yoga 7i. Тинькофф Банк был образован в 2006 году в результате переименования Химмашбанка, который в 1994 приобрел Олег Тинькофф. Первое его название было Тинькофф кредитные системы, и я еще даже помню те времена. Сегодня материнская компания банка ТКС Групп владеет такими брендами, как Тинькофф Банк, Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Бизнес и другие. С 2013 года акции стали торговаться на лондонской бирже. Главным преимуществом Тинькофф было полностью дистанционное обслуживание клиентов, но, к слову, и сейчас коммуникация с банком происходит через онлайн-приложение. По объемам активов Тинькофф занимает 15-е место среди всех российских банков. 19 марта 2020 года Олег Тинькофф уходит с поста председателя Совета директоров из-за болезни. С того момента акции подорожали при этом более чем в 6 раз. Связано ли это? Можно рассуждать. Теперь, друзья, давайте посмотрим на Нюбанк. Его основали в 2013 году 3 человека. Выпускник Стэнфорда Дэвид Велес, Кристина Жункуэра и Эдвард Вибл. Банк также предоставляет широкий спектр банковских услуг, которые можно получить через мобильное приложение. Компания ведет свою деятельность в Бразилии. Поехали дальше. Сначала давайте посмотрим, кто из наших героев занимает большую долю на рынке. Чем крупнее банк, тем выше шанс, что это надежное учреждение, а не какая-то фирма-однодневка. Давайте начнем с Тинькофф. Это второй банк после Сбера по объему выдаваемых розничных кредитов в России. При этом его сервис Тинькофф Инвестиции занимает первое место по количеству активных клиентов на московской и петербургской биржах. Поэтому Тинькофф является лидером среди частных банков. Что насчет бразильского Нюбанк? Нюбанк
лидер на рынке Бразилии по количеству пользователей в возрасте от 15 лет и более. 28% населения этой возрастной категории являются клиентами Nubank. При этом банк занимает всего лишь чуть больше процента от потенциального рынка Бразилии, который в 2020 году был равен 99 миллиардам долларов. Ожидается, что рынок будет расти на 5% в год и достигнет 126 миллиардов к 2025 году. При этом весь мировой рынок равен примерно триллиону долларов. Ну, давайте взглянем, насколько диверсифицирован бизнес у каждого из банков. Доход Тинькофф формируется в основном за счет процентов с выдачи кредитов, например, потребительских. Также есть автокредиты и есть кредитование, допустим, трейдеров и инвесторов. Ну а еще существенную часть дохода приносит комиссии – эквайринг, брокеридж, страхование. Деятельность ведется на российском рынке, как вы, наверное, знаете. У Nubank все примерно-то на самом деле то же самое. Основная выручка идет с процентов по кредитным картам и кредитованию. Комиссионные доходы формируются за счет пользования кредитными и дебетовыми картами банка и за счет предоставления брокерских и страховых услуг. Деятельность он ведет при этом на рынке Бразилии. Обе компании занимают высокие позиции на своих рынках, но при этом у обоих банков есть различные финансовые продукты, сервисы, которые способны удовлетворить новые запросы клиентов. Так что мы можем смело присудить по одному баллу каждой компании. И счет у нас становится 1-1. Идем дальше. Теперь, друзья, посмотрим на доходы наших героев и выясним, какая у них динамика выручки. Что мы видим? Обе компании показывают отличный рост выручки, но все-таки по темпам роста российский банк проигрывает своему бразильскому конкуренту. Ведь Тинькофф – это уже довольно зрелый банк с многолетней историей. А вот бразильский стартап бурно захватывает менее конкурентный рынок Бразилии. Разницу мы видим в таблице. Но смотреть нужно, конечно, не только на финансовые показатели, но и на то, как растет количество пользователей у сервисов компании. Этот показатель позволяет понять, насколько сервис, условия, продукты удобны и популярны у клиента. Чтобы нам с вами проанализировать этот показатель, мы будем использовать данные о количестве активных пользователей. Такими являются клиенты, которые постоянно пользуются хотя бы одним продуктом компании. Также будет полезно взглянуть на популярный показатель MAU, то есть Monthly Active Users, или клиенты, которые пользуются приложением хотя бы один раз в месяц. Давайте рассмотрим эти показатели банков за последние годы. И как мы можем заметить, и тут Тинькофф тоже проигрывает своему молодому сопернику, ведь Тинькофф борется за клиентов с такими сильными конкурентами, как Сбер, ВТБ, Альфа-банк, другие на российском рынке. А вот рынок Бразилии в этом плане пока менее насыщен, а значит и конкуренция там ниже. И мы видим, что по итогам второго месяца Тинькофф разочаровал нас своей медлительностью и уступил конкуренту. Счет становится 1-2, друзья, в пользу бразильца. Вот так вот неожиданно разворачиваются события. Начинается третий этап сравнения, и пришла пора посмотреть, насколько эффективно наши герои используют вложенные в них деньги, насколько эффективно они ведут и развивают свой бизнес. И вот на этом этапе Тинькофф выходит безоговорочным победителем. Российский банк генерирует немалую прибыль и уже достиг чистой рентабельности более 30%. Это отличный показатель не только для российских банков, но и даже для зарубежных. А вот бразильский оппонент находится в стадии роста и пока не приносит прибыль акционерам. Из-за этого не получает сегодня у нас балл. В итоге счет становится равным 2-2. Уже четвертый этап. А наши соперники идут ноздря в ноздрю. Но давайте тем временем мы с вами изучим долговую нагрузку обеих компаний, потому что умение управлять долгом – это важный фактор в развитии компании. Ну а если обращаться с этим инструментом неаккуратно, можно даже обанкротиться. Оценивать долговую нагрузку мы будем при помощи мультипликатора обязательства к активам, иначе говоря, коэффициента левериджа. Банковский сектор отличается от других из-за специфики своей работы. Банки принимают деньги от клиентов и выдают их в виде кредитов другим клиентам. И вот поэтому этот мультипликатор для нас с вами так важен. Он показывает, насколько рискованную деятельность ведет банк. Итак, по итогам 9 месяцев 2021 года у Тинькофф Банка этот показатель практически не изменился. Он равнялся 85%. Рост капитала за счет увеличения прибыли позволяет сохранять
это соотношение. Ну а бразильский Нюбанк незначительно, но проигрывает с результатом 87%. Ну, возможно, часть денег, полученных на IPO, позволит ему снизить долговую нагрузку. Но не забываем, что компания находится на стадии роста, а значит, расходы и долг у нее могут еще увеличиться. Ну, в общем, таким образом, эффективность Тинькофф Банка опять позволила ему все-таки выиграть раунд и получить заслуженный балл. Счет становится 3-2 в его пользу. Начинается пятый этап. Подведение итогов уже близко. Мы с вами, друзья, разобрали деятельность компании, а теперь пора посмотреть, сколько стоит их бизнес и не является ли он переоцененным. Мы будем использовать два стандартных мультипликатора для оценки стоимости. PS – отношение капитализации к годовой выручке, и PB – отношение капитализации к балансовой стоимости. Последний показатель показывает, во сколько оценивается каждый рубль, ну или реал в случае Нюбанка, в капитале банка. По показателю PB или P/B, как вам больше нравится, Тинькофф стоит дороговато. Каждый рубль в капитале оценивается рынком в 7 рублей. Такая высокая оценка возникает из-за того, что инвесторы смотрят на Тинькофф не только как на банк, но и как на технологическую компанию. К слову сказать, когда по всему миру падают технологические компании, валится также и Тинькофф за компанию, поэтому есть у этого и минусы тоже. Ну а что бразильский Нюбанк? Он планирует получить оценку в ходе IPO в размере 41,5 миллиардов долларов. То есть он более чем в 4 раза дороже Тинькофф по мультипликатору PS. И в этом раунде, друзья, тоже явное преимущество у Тинькофф Банка. Теперь он лидирует со счетом 4-2. Давайте, друзья, посмотрим, что у нас с дивидендами. Тинькофф Банк на выплату дивидендов направляет 30% чистой прибыли по МСФО. Но, правда, иногда он может и приостановить выплаты, как это сделано сейчас. Также банк периодически проводит байбеки, то есть обратный выкуп своих акций. Ну а бразильский Нюбанк не платит дивиденды и в ближайшее время вроде как и не планирует. Также он ничего не говорил и по поводу байбеков, тоже тут пока все тихо на этом фронте. Итог этого этапа. Тинькофф добавляет еще один балл в свою копилку. Их у него уже 5. Ну а у Нюбанка по-прежнему только 2. Итак, друзья, у нас тут с вами последний этап сравнения. Давайте мы сравним последние новости о компаниях и подведем итоги нашего состязания. Тинькофф Банк расширяет свою международную экспансию и планирует получить лицензию для работы на Филиппинах. Это важно. Также у компании недавно стало 2 исполнительных директора вместо одного – Оливер Хьюз и Павел Федоров. Такое решение должно помочь компании выйти на международные рынки. Ну а еще развивается спектр банковских услуг. Вот недавно был приобретен сервис для работы с самозанятыми, который называется Jump Finance. Это очень интересное направление бизнеса тоже. Ну а что с Нюбанк? Он летом этого года привлек 500 миллионов долларов от фонда Уоррена Баффета и сейчас проводит IPO. Интересно, что первоначально компания хотела предложить акции по цене 10-11 долларов за штуку, но потом понизила оценку до диапазона 8-9 долларов. Как мы видим, Тинькофф на месте не стоит, развивает свой бизнес, теперь уже на международной арене. По Нюбанк новости, ну, пока более скромные, и нельзя даже сказать, насколько они положительны для бизнеса. Итак, в итоге, еще плюс один балл у нас уходит в копилку Тинькофф, ну а Нюбанк ничего не получает. Ну что, давайте подводить итоги. И мы с вами видим, что Тинькофф заработал 6 баллов, а у Нюбанка всего 2. Тинькофф обошел конкурентов втрое, и это наш безоговорочный победитель. Опыт и многолетнее развитие позволили ему раскрыть свои сильные стороны. Но, возможно, и Нюбанк тоже свои показатели в будущем улучшит. Будем ждать и внимательно следить. А результаты нашего батла, финальные, друзья, вы можете посмотреть вот в этой замечательной табличке. Итак, друзья, вот такой вот результат состязания российского банка Тинькофф и бразильского Нюбанк. У Тинькофф безоговорочная победа, как мы видим. Ну и тут вопрос к вам, насколько вы согласны с таким результатом и в какой банк, вот исходя из нашего анализа, вы отнесли бы свои деньги? Пишите обязательно в комментариях. Ну и еще добавлю, что вот совсем недавно на Ютубе вышел замечательный фильм Андрея Лошака, он называется «Он такой один», и он как раз посвящен 15-летию Тинькофф Банка.
Франко. Я посмотрела этот фильм и посмотрела его с огромным удовольствием, потому что он, во-первых, с художественной точки зрения интересный, и он довольно, мне кажется, здорово отражает развитие бизнеса и его амбиции. Так прямо, знаете, вот до мурашек пробирает периодически, поэтому могу тоже порекомендовать. Не то чтобы это реклама, может быть, про Нюбанк тоже есть такой фильм, но вот такого фильма я точно не смотрела, все-таки я не бразильянка. А в этом смысле, вот если вы тоже что-то интересное про Нюбанк рассказать можете, вдруг там вы бывали в Бразилии, пользовались, был какой-то экспириенс, расскажите, потому что это точно будет полезно для нашей аудитории, которой иногда очень сложно вот как бы руками, да, дотянуться до зарубежных компаний. Ну, как-то так. Вот такой у нас сегодня, друзья, получился баттл. Надеюсь, понравилось. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите в комментариях ваши позитивные и негативные отзывы по батлу тоже, потому что критика полезна, мы формат пока все еще оттачиваем. Ну, а я на этом буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Всем пока, до новых встреч. Берегите свои деньги и выбирайте банки с умом, как для хранения депозитов, так и для покупки в инвестиционный портфель.